Всем привет, с вами Тизяй Котик, это игра Squad Spirits. Squad Spirits, пятый. Так, мы просто расстроили. Не и с этим кругом. Мне не надо его. И пиц папик. Там мне тут раз хватает походить. Вау, это моя место. Хочу, чтобы я добрался. Я не умею идти туда. Ура! Не надо было вот так. Мы здесь пойдем по этого. И я сильно скажу, где нет. Ну и вот, ну. Добрый? Тут! Я тебе садусь! Злой тебе! Вау! Это мое место. Добрый! Да ё! Ты дебил? Тебе не знаю. А ты меня знаешь, да? А кто? А кто тебе знает? Меня ты бьёт затем. Ты дебил. О, ты что? Ой, это дебила. О, я сильно скользу, ребята, я сильно скользу. А вы любите скользивать и упасть? О! Не бью играть. Я не бью играть. Начинает вот моя. Ура, я тебя бью.
Она и так пойдет. Он съест его. Дает всего. Не бьет. А все на меня падает. Лайфбенс! Йога! О, тихо. Сейчас я убью. Он нас ела! О, я дебил! Надо было прыгать! Иди отсюда, зомби. Я ее называю зомби просто. Просто... Просто... Это я! Бью, ребята! И... Я что, не прыгаю? Так, это кто такие? Вы кто такие, ребята? Я вас не бью, кто? А что там? Надо идти как-то сюда. Забили, не бью его, кто это? Что ты захотал? Кто ты еще? Ты не можешь так легко. Олег. Олег. Ну, опять меня это. Сейчас я тебя открою. А где тут меня по-русски? Там будет? Ну я ее создам ее. Любите в йод? Эти никто не любит? Нет! Тихо. Не работай. Не меня, мне будет погасло.
А? Чё его нет? Ты тебе можешь идти куда надо? Ой, ребята, он кто? Склэдбэкс и клон. Чего не хочет-то? Чего? Ну, со своим все такое. Ты же со мной не сидишь. Коты, можно нормально прыгать, а не только вот спадать. Оно нужно прямо вот так.
Еще будет, и что? Я ничего не вижу. Опять медведь? Опять медведь? Опять медведи? Какие-то медведи? Чё ты мне ещё раз? Какая-нибудь страна? Опять медведи? Опять медведи? Опять медведи? Ну, я хочу рассказать одну сказку медведя. Ой, ему будет тебя сочинить. А я всего. Я всего на вас. А что там сзади? А там всего. Ну фига, надо. Чё ты за тупой? Тупой. А не надо. Можно монетизация. Ты плачешь. Падает прямо. Падает. Ребят, он тебе выклад. Я не хочу его знать, он не клантмен. Он не склантмен. Он тебе просто. Я говорю тебе. Ха! Сам знал помощь. Ха. Я так пойду. Да я! Не хочу знать его. Он тебе кто? Не называйте его просто так.
Нет, он ускальзывает. Я так ускальзывает сильно. У меня странная болезнь. Я попадаю с голуби. Что-то мне оно туда-сюда. От монстра? Я знаю. Что-то он упал, я вот что-то. Пока я тут. Эти мне мистики. А ты что уже падаешь? Ребята, они очень босые, разговаривайте. Что вы там? Разговаривай мне! Опять меня валяет тебя. Как ты там? Тихо, зырём. Это очень сложно. Обращаться к демонии. Это вот дебило. Да, ты не сильно падает? Оп. Это я разолотила. Да давай быстрее. Не иду. Адьос, сюда, сэр. На берегу. Поберемся сюда. Тихо, тебя! Ребята, я не... Не могу это играть. С этими дебилами! С оранжевыми! В штанах! На серьезной собака. Вот, я должен быть в штанах. А, тихо! Похоже на серьезный собака. Похоже на новый станок. Злость, я тоже нужен. Мама еду, ё-май. Добраться до самого конца этого. Правда, стекает. Тихо-тихо. Да с ними нельзя играть. Он просто... Ну, да. Оп. Чего? Да я не.
Ё-моё. Сначала. Это что из-за его, ребята? Это что за его? Это что из-за его, ребята? Это что за его? Это его имена, ребят. Замокал Сириус, а? Барабан! Вот и мой чай, ребята. Так. Сейчас, Алексей, бро. Да я его бью, чё он всё сиётся? Он меня побеждает. А я... Я его побеждаю. А чё он за мной, ребят? Так. И... Ой. Ой. Надо было с Тимчонку играть. Ну чё я такой тупой, ребята? Надо бы сойти с Фуду. Я... О, там на нет. Я уже. А мне и это никуда это. Нет, мне куда еще? Тихо, это что еще сидят? Зея, я тих. И как мне это пройти, ребят? Знаете, да я тоже.
Он знает от... Вот я говорю, я не знаю как. Тихо, чё происходит? Ты чё? Сколько ты ещё? Сейчас я его догоню, ребят. Я вижу его, ребят, гонимся. Эй. Иди сюда, бандитка! Сейчас ему конец будет. Сейчас ему догоним, и ох, она будет, ребят, да? А нет, вы что, он так гоняет? Чё? Смотрим обзор. Нет. Не обзор, ребята. Нет, новенькая опять. Мне опять что прийти? Я не могу быть. Вот так сыграть. О! Не опять? А, нет. Полегче, бро. Давайте. Куда? Что будет? Полотка номер 4. Ну, не заедь. Не проходи, не проходи, да? Что же делает он? Эй, ну, ты поехался! Поехался, намеренный, стой! Let's try this one. Ты поехали? Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что делать собрался, а, тупой? Это что так? Have it your way. The anti-monster.
marsupial missile is my... Ooh, ha. Могу играть с ними. И прыгать все. Что происходит с ними? Он поедет себе, не знает. Снится он, снится сильно. Ну чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Что сейчас было? I wonder what happens if I hit all the buttons at once. О, тихо, чё это, ребят? Да, что происходит? Да, вам ебаться. Тихо, осторожно. Да, ё-моё, он сильный. Почему не я? Тихо. Да ё-моё! Я не могу! Чухо! Да ё-моё! Да ё-моё, не успел! Вот синий, ребят. Чухо. Полиция. Понимаешь, что там? Да ё... Я не знаю... Чё? Танцы? Ну, ха-ха-ха-ха! Иди вон. Я туда стал. Чего? Чего? Примите у меня жизнь покончит конец. Твой покончит. Понял, что происходит? Чуток. Вот он. Не знаю. Пусть не умеет играть. Мне играет. Он просто тяжелый. И немного тупой.
Ёлки, ты ДДР! СССР. Чё? Ребят, я нажимаю. Я нажимаю, конечно. Чё он каждый раз писал? Сын и Тискан. Да, ты станем. А чего нет? Не станем. Он так не играет со мной. Чё за фигня? Молодец, ты со мной достал, тупой. Тебе да я пярю. А поэтому выжить. Портер тебе. Не стану. Ай, чего, не стану, не стану. Вил. Вон я тебя отомщу. Дебил. Оп, вот, но Пайрекс, бро. Здорово! Да, он сюда? Нет. Нет! Ты меня мучаешь. Мучает он меня, ребят. Он меня мучает. Да, помочь.
Ой-ой. Да я... Устал, ребята. Он устал. А у меня же есть стимми. Я могу его и помочь. Я закрою зубайц. Слышь, понял? Не надо ко мне приезжаться. Просто пойду. Думаю, он перестанет лицо. Смотри, вот такое лицо. Я на 49 уже проиграл 2 часов. Блин, как я могу признать, ребят, я не знаю. Не иду. Давай, иди. Здесь чуть-чуть. И все. Чуть-чуть. Да, ребята, время. Не на кости пошло змея. Боси. Ну как раз уже проиграть хотел, все. Фу, с ними, ребят. Не хочу ничего. Что с ними делать, ребята? Я не могу.
не буду играть больше. Он сильно меня мучает. Смотрите, я тебе прыскал. Ебать, он сильно мучается. Да уж много раз из тебя проиграл. Я хочу, чтобы ты мучился сильно, не. Делаю. Ты на своем поте паути понял, Бен и Юговый. Я не могу огнишку кидать, ну! Так. Я скоро сьюсь! У меня больше нет сил. Ребят, он сильно меня мучает. Я не могу с ним играть, но потому что меня мучает сильно. Понял? Склэнс Бенс. Он никак не победит тебя. На котором стреме. Ну что не прячу? Что? Пытаюсь обойти. Пытаюсь прыгнуть. Пытаюсь вниз сделать. Я тут тебе выходит, я не могу с ним летать. Он сильно меня мучает. Может где-то погибаться и чё? Тебе. Пишет уже! Я уже сколько раз уже ходить буду. Не мириться! Склад Бенца. Он будет тёмку взять и чё? Новая игра. Склэнс Бенс. Ну, голый. 34. А чё? Как ты сейчас сбиваешься? Блин, чё? Мозг он здесь скоро и взорваться будет. Must we keep going around and around like this? Tell me, Crash, is this all there is? Forever? No. I knew we'd be unable to handle this simplest of tasks. No,
gloat all you want. I quit. If you need me, I'll be on a tropical island somewhere. Alone. Unfortunate. You see, I no longer have needs for our alliance. I found a new partner and a new plan. You were scheming behind my back? Of course. The Rift Generator has capabilities beyond your eager imagination. You are content to simply rule over space and time, but I'd rather start from scratch. Erase it all. Wipe the slate clean. I'm going to reset the timeline and rebuild it to my liking. I will become a god, which means you won't exist. And neither will those feather-brained masks or those meddling marsupials. Wiped from existence by that pompous peacock? I'd like to see him try after I shove that tuning fork up his... But not if we get to him first. It appears we have a common enemy. Perhaps there's a way out of our endless cycle after all. Huh? Okay. Это игра у нас, ребята. Он назвался поэтому, что он хотел стать еще принцессом. Не понял. Не понял. Тебе сейчас так надо? Не понял. Назад. Пойдем. Пойдем. А кто будет играть? Он уже чуть-чуть, ну, на втором уровне. Здесь мы найдем. Вот. На. Ла. Здорово! Кто это еще у меня? О, каюте, ребята! Кто это еще? Ребята, это кто еще? Оп! Схватится. Сейчас это. Окей, тут еще сделал. Ты опять вызов свой и мотал. Еду, еду. Опять не спим опять. Блин, блин. Как это еще пройти это? Я не могу еще так пройти. Ну за все будет зачем? Ай, надо было ч? Ч сюда? Ебаться и туда прыгнуть. Ну да, познакомие с этим другом.
все. Да не у меня, я не знаю. Я смотрю тут. Сейчас. Сейчас. И брючок. И вниз. И... Ну, вниз. Направо. Наело. И бац. Я тут тебе, я его закрываю всего. Хочу вот. Во вход. Что-то игре. Еще раз. Я схватил это. Никак уже его мозги не хватает, ребята. Его мозги не хватает. Я не знаю, это классная команда, и кто? Я каждый раз уже хотел его пройти, он все время. Ну, и никак с ним не так. Ну чё? Чё ты против? Ну, я не знаю. Я надеялась на вас здесь. Мне много нету. Иди другой. Кто ты, а? Ты можешь нормально собирать, а? Туда это не могу, да. Как идти? Не важно, уже как-то идти. Знаете, я не понимаю тебя, Сквенцент. Ну и его нормально уже себя не может прыгнуть. Тебе научить прыгнуть, ну Сквенцент.